Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу. Здоровья и возлюбленные братья и сестры. Днеска наша церковь славит один из наивекших праздников Господских Вознесение Христов. В честь того, как Иисус Христос по своем воскресении на 40-й день са вознес на небеса. И с телом, как человек, и, самозрейме, и Бог, и как Бог. И то было дуже дволежите, лебо по распятии Христовом са ученици страшно зляхли. Докотр аж запрели Христа, ушли, скривали са, и до конца суд свидетельства о том, что са уж ай хтили вернути ку рибарству або ку деяким своим предхазаюцам чинностям, лебо их то уполни зломило, же Христос умер. Мали велику надій, что то є Спаситель, что то є Сын Божий, а нараз умер. То було при них страшно. А за то, кед Христос воскрес и зачал са им з'явувати, са им верла радость. И Христос им говорил, радуйтесь я, и говорил им, мир вам, и са наполнили великим покоем и великою радостью. А тото тривало тих 14 дней, Христос са им шитком указал, з'явил, и говорит им, смотрите, немам, не ем призрак, ані дух, мам кости и тіло, як каждый из вас, и они могли са го доткнути, сполу з нима гил. И цілих 40 дней са вецей, як 500 людям з'явил. А потом на 40-й день их забрал до Бетанії, на Оливову гору, а там их благословил перше, притом им еще повел, что им Бог Отец пошле прислюбіння, то знамена Духа Святого, обітування, то знамена прислюбеного Святого Духа, а щоб не відходили з Єрусалима і щоб там почекали, ким не прийде Дух Святий на них. Сила з небес, ким не прийде. І почав са помаличко знашати на небеса в сприводі ангелів, і втеді са їм тоті ангели приговорили апостолам и говорят им так, мужовья Галилейского, что стоите и смотрите на небо? Тот Христос, который сейчас отходит, саку вам верне назад. И так и Христос говорил, что будет с ними по всетко дни аж до конца света. И вернулся Христос в день Пятидесятницы, который будем славить о 10 дней, в Духу Святом. А як то є можне, що в Духу Святом са Христос вернув? Притоже Отець, Син і Дух Святий – то є один Бог. Ми віримо в одного Бога. Не віримо в много Богах, але в одного. І Бог Отець, і Бог Син, і Бог Дух Святий – то є один Бог. І так, як Бог послав Духа Святого в Нім, са і Христос вернув назад у нам. Видітельні уж не пребіват, уж тот час скончил, але пребіват духовні в церкві, церкові його тіло, ми його приймаме, тіло і кров Христову, а Он, Христос, зас жиє між нами і в нас так пресні, як жив пред 2000 роками приближні, кед ходив по землі. Ніч менше ту не є притомний, праві же іщі вецей є між нами і далі учить, далі уздравує, далі демонів виганять, далі всьотко робить, що робив і наша душа крісить. І кедже са вознес, а й з тілом на небеса нам приправив цесту, щоб ми і ми раз могли до небес са достати. По смерті з душою, щоб при нас смерть уже не була конець, але лише переход до нового живота, а на кінці світа а й з тілом. И за то Христос вошел до небес, чтобы тото всетко было про нас. И тото є самотна удалость вознесения Христова. Но я вас хочу еще упозорнити на одну дволежиту вещь.
Nám treba nezabúdať, že Kristus je v nebesách. Že naša budúca domovina nie je tu na zemli. Tu sme len krátko. Ale hlavná naša večná budúcnosť je v nebesách. I na toto nám netreba nikdy zabúdať. Pretože keď sa človek zasmotrit do pozemských vecí, môže stratiť večnosť. I skončiť jeho život v hriechoch i v smrti. I nejak nič dobrého potom nečekať. I vám ukážu príklad. Si spomente na Kaina. Určite ste o ním čuli, to bol syn Adama a Evy, ktorý zabil svojho brata i sa píše, že keď zabil Kain svojho brata i spade lice jeho, jeho tvár padla i začal smotriť už len na zemlu. Už nesmotril do nebes nič. On sa už zľaknul, hovoril, ja sa už budu len triasti a bluditi po zemli. Tak povedal. A si predstavte, Boh mu šumne hovorí. A što si ty dumaš, že keď budeš robiť dobro, že ťa neprijmu? Tak mu šumne povedal. Keď budeš robiť dobro, ja ťa prijmu nazad. A vin hovorí, išli ďalej taký zúfalý, hovorí, môj hriech je väčší, jak dokážu uniesť. A keď ňa takto uvidí, ta ňa zabije. Tak cítil tvahu toho všetkoho, čo zrobil. A si predstavte, čo mu Boh povedal. Dám ti znamenie na tebe, čebo každý, kto ťa stretne, si nedovolil ti ublížiť. A keby ti takto ublížil, ho postihne sedemnásobná pomsta. Nikto ti nesmí ublížiť. Smoďte, jak Boh dáva šancu každomu. Každomu človeku dávať možnosť sa pokajať i vrnúť nazad. Jeho tvár chpala do zemli, už len pozemské veci smotril. A Boh ho nazad dvíha. Ty nezúfaj, ty len posmoď nazad hori i verni sa nazad ku Bohu. I tak aj celé jeho potomstvo bolo dosť zahľadené do zemli. Sa píše, že jeho syn Kainov Henoch postavil perše místo. Začala taká jak urbanizácia a oni tak sa strašne rozmohli v takých pozemských vecoch. Začali hrať na hudobné nástroje, začali vytvárať umenie. Rozvíjali poľnohospodárstvo, remeslo, všetko možné, ale dosť vo veľkej miery bez Boha. Od Kaina pošlo také technické zamerania už jakéby len na pozemské veci i bezbožné. A Boh všetkých tých potomkoch volal, sluchajte, nič v pláne nie je na tom, že človek rozvíja remesla alebo poľnohospodárstvo, všetko je výborné, ale nezabudnite na nebo. Nezabudnite na Boha. I tak povolával, i furt povolával ľuďom, že by ku tomu pozemskomu sme pripojili i duchovný život. I toto isté, keď si spomnete na bludného syna. Bludný syn odešol ďaleko od otca, to znamená od Boha, hrišil, premárnil všetko. I što sa píše? Že jil so svinami. A teraz, keď si predstavíte svini, jak jedať z nejakého valova, to znamená, že i on, keď chcel s nima jistý, musel takisto kľačatý po štyroch i tam s nima toto jistý od zvyška vlastne zo svinského jídla a takisto jeho tvar ispala na zemlu. I takisto tak dopadnú. A predsa sa pokajal i sa píše, Bože, sohrišil jem na proti nebu i proti tobi, odpust mi a príjmi mňa, i Boh ho prijal. I toto všetko majú šancu i sa môžu nazad, toto také materialistické zamerané ľudia, nazad sú povolané, že by to spojili s duchovným životom i sa spasili i posviatili to tú svoju dobrú prácu i aktivitu tu na zemli. I to je jeden taký extrém, že človek sa straší zapozerať do zemli. Ale je aj druhý extrém. Keď človek už by len do nebe smotril a nič nerobil. I toto sa vyskytuje vo Sviatom písmi. Také prípada. Si spomnite na apoštola Petra. Na preobraženie. Na preobraženie Hristos im ukázal slavu nebesnú, slavu božestva, svetlo, energiu Božu. A apoštol Peter hovorí,
učiteľu, zrobíme tu na stánku a tu budeme bývati, bo nám tu je bardzo dobrý. A Hristos hovorí, ale neznáte, čo hovoríte. Čak treba ísť dolu ku ľuďom, treba slúžiť, treba robiť robotu, nielen smotriť na nebesa. Vidíte, to je zase druhý extrém, len do nebes smotriť a nič nerobiť. To zase nie je dobré. I tak presne i na voznesenie. Dneska v ďalšej knižke Svätého písma sa píše o voznesení a tam je ešte doplnené, že anhel hovoria apoštolom, a što vy tu na stojíte a smotrite do nebes? Tiež nebolo dobre, že by tam oni len na Olivovej hori do nekonečna smotrili do neba a nič nerobili. Veleň, choďte, Hristos, príde ku vám. Nazad vy sa oblečete siloju svrše a budete mi svitkami po vsej zemli. Byli poslaní, že by to robili. Iste, robte každý svoju robotu a nezabudajte na Boha. V srdci človek furt musí pamätať na Hospoda Boha. I tak tým odkazom dnešného prázdnika je, robme dobrý každý svoju robotu. A každý jeden pri každej roboti neustále na Boha dúmajme i na Neho, nikto nezabúdajme. A vtedy toto je správna dráha. To je toto správny christianský život, spojitý i duchovný život s poctivou pracou. I toto je skutočné christianstvo i ku tomu nás Hospod Boh povoláva i Sviaté písmo ukazuje príklad i cestu. Naj nám Boh pomáha tak žitý dušou na nebo neustále smotritý a tílom svoju prácu, svoju službu i svoje povolania pre dobro ľuďoch vykonávať i poctivo. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu.